Здорово, пацаны, с вами Эван, и это новый опять хайповый видос. Можно так сказать, успел на поезд хайпа. Как вы поняли на превью и название ролика, речь пойдет о РП-боксе. Ну чё, народ? Погнали нахуй! Ёбаный в рот! I got broads in Atlanta, just to be in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the family. Давайте поговорим про эти проекты. RPBox — это проект в МТА со своим модом, картой, всем известен из-за своего голосового чата. Основали, можно так сказать, два человека. Никита отвечает за техническую часть проекта, и Матвей отвечает за маркетинг, маппинг и так далее. Прошу обратить внимание на это. Одного дня, примерно неделю назад, Никита закрыл офис, мол, что-то с пожарной системой, и необходимо покинуть всем офис. Пока все вышли, он изменил пароль от базы данных и от всего другого, и забрал проект себе. Как говорил Матвей в своем видео, ссылка будет в описании. Никита был очень жадный, любил хвастаться дорогими вещами, и как вы знаете, прибыль они делили пополам, то есть 50% на 50%. Но вот делились они до поры до времени, пока не забрал проект и соответственно свою долю. А как вы знаете, деньги там крутились не маленькие. Кто играл на РП-боксе, знает, что развиваться без доната крайне сложно. Я знаю, что есть некоторые игроки, которые развивались на данном проекте без доната. Молодцы, не повелись на право. Локация, так сказать. Но кажется, большая часть проекта все-таки донатила. Кто больше, кто меньше. 1 рубль равен 1000 игровых рублей. А теперь посчитать, если всего 10 серверов, на котором раньше было все забито по 500 человек, и сколько будет, когда каждый игрок задонит. При входе на сайт сразу пишет, что их лаунчер скачали около 663 раз. Ну как бы, если Никита заберет все, то не будет выданы мододелом, ютуберам, другим ЗП, а значит смерть проекту. Сейчас Матвей со своими модерами создали новый сервер или проект под названием NextRP. Этот проект более превосходит RPBox по всему. Сейчас я вставлю пару скринов сюда, чтобы также могли посмотреть, что это за проект, мини-маппинг. А также вы сможете посмотреть это все в группе, ссылочка на которую тоже есть в описании. Чтобы RPBox не развивался, его начали дудосить, выдавать очки доната рандомным людям. Проще говорить, рушить экономику. Сейчас на 10 серверах от 80 до 250 онлайн, и с каждым днем он будет падать. Также много ютуберов, так как и я, засняли видос о RPBox и кто за ним стоит. Я думаю, сейчас есть два пути выхода из этой ситуации. Первый – это извиниться перед тем, кого он кинул, и дать половину заработка, а те, чтобы ставили его в покое. И он, возможно, бы нанял мододелов и делал проект. А второе – это совет Матвею. Если он не извинится, то далее додосить их не сервер, тогда он упадет и все про него забудут, как будто его и не было. Никита ничего не получит из-за своей жадности. Я вам кратко рассказал о ситуации на RPBox. Думаю, видос вам понравился, и вы его задизлайкаете. Я вам кратко рассказал о ситуации на RPBox. Думаю, видос вам понравился, и вы его не задизлайкаете. А с вами был Эван. Всем удачи, пацаны, и всем пока.